Ребятки, еще один у нас праздник, День президента, вот, и вот я научилась делать оригами, вот такое вот оригами, если что, это собачка. Блин. Раньше у меня лучше получалось, ну ладно, для этого нужно, сейчас подождите, в свой ящик залезу. Для этого нам нужна вот эта вот штука, ну, бумажка такая. Так. Для этого еще понадобится красный карандаш, красный фломастер, темный карандаш. А нет, ладно, когда просто фломастер. И приступаем. Вот так вот. И для этого еще понадобится ножницы, чтобы вырезать такую форму. А как ее сделать, я сейчас научу. Вот, нам надо сгнуть вот так вот. Так. Вот так вот согнуть надо. Согнуть. А потом это все вырезать. Я попытаюсь ножницами. Обычно я руками режу. Ну как? Я просто вырываю. Типа этого должно получиться. Как вот это, только это бумага мятая. Ну ладно, приступаем. Теперь так, нужно нарисовать глаз, нос и ротик. А сейчас надо нарисуем глазки. Бумага очень большая, поэтому из нее будем делать. Нос вот такой кругленький будет. Сейчас надо разрисовать. Все, глаза я нарисовал. А теперь, чтобы сделать ушки, надо согнуть их. Вот так. А потом со второй же то же самое делаем. И разрисовываем нос. Во-первых, карандашом, так будет проще потом рисовать фломастером. Желательно фломастером рисовать. Там щели не появляются. Потом, надо так согнуть нам еще раз. Потом ротик мы разрисуем темным, наверное. Вот так вот. Края разрисуем темным, а зубы пусть будет белый. А там остальное все будет. Зубы белые, а рот все такое красное. Так, теперь надо сделать вот так вот. Так вот. Так, так, так. Так, так. Или не будет красное, все остальное будет белое, наверное. Вот, типа того. Только у меня чуть-чуть криво, ну, сойдет. Все, готово. А вот.
Вот такая мини и вот большая, только вот здесь вот чуть-чуть. Ладно, если вам нравится это, когда влепитель большой, дайте еще плюс комментарий. А если вам нравится это, значит подпишитесь и еще лайк поставьте. А если вам все сразу два нравятся, подпишитесь и лайк поставьте. И потом уже и комментарии. А так, с вами был Домастер 65. Всем удачи и всем пока!